красная ковровая дорожка Каннского кинофестиваля поражает не только количеством звезд мирового масштаба, роскошными нарядами от кутюр, но и блеском драгоценных камней. Все мы помним появление Джессики Честейн в целомудренном белом платье Versace Collection, которое лишь подчеркнуло красоту кулона Булгари с 65-каратным сапфиром в окружении бриллиантов, который когда-то носила сама Элизабет Тейлор. Кстати, в этом году ювелирный дом Булгари отмечает свое 130-летие. У нас есть уникальная возможность узнать, как будет проходить празднование юбилея и увидеть уникальные ювелирные изделия, в которых появляются звезды на красной ковровой дорожке.